Программа импортозамещения активно набирает обороты в России. Многие крупные промышленные предприятия уже отказались от дорогостоящего оборудования заграничных поставщиков и обратили свое внимание на отечественных производителей. Одним из таких примеров сотрудничества является договор Уралмашзавода с Якутуглем. Подробнее в материале наших корреспондентов. Одно из крупнейших угледобывающих предприятий России пополнило свой парк карьерной техники машинами нового поколения. Карьерными гусечными ЭКГ-18. Уже вторая машина Уралмашзавода задействована на вскрышных работах. Погрузку горной массы экскаватор осуществляет круглосуточно. Стоимость владения, она немаловажна для любой компании. Да? Вот стоимость владения отечественным экскаватором или отечественным оборудованием, она все-таки немножко ниже. И с учетом ремонтопригодности и сроков поставки запасных частей, и с учетом удаленности нашего месторождения и от центра, да, и от производителей импортного оборудования, конечно, это же сказывается на его производительности. Введение в эксплуатацию такого оборудования позволило компании увеличить объемы производимых работ. Несмотря на то, что экскаваторы работают на Нерюнгринском разрезе сравнительно недавно, за короткий срок они успешно себя зарекомендовали. В конце апреля он пошел в работу, но вот уже успешно выполняет свои задачи по основным направлениям, по вскрытию угля. В общем, работа выполняется у нас профессиональным экипажем машинистов. Бригада машинистов у нас состоит из 8 человек. Предыдущая старая модель ЭКГ-20, которые были поставлены в 80-х годах, сейчас принимается решение о том, эксплуатировать его или списывать. То есть это говорит о надежности уралмашских экскаваторов и о том, что они работают, в общем-то, намного дольше, чем паспортные службы. Посмотреть на работу карьерного гусеничного экскаватора не на словах, а в действии приехали представители различных СМИ, а также представители Уралмашзавода. Мы приехали из Екатеринбурга, из Москвы, и несколько ребят, значит, международные СМИ сюда к вам в Якутию, дабы осветить отношения Якутугля и Уральского завода тяжелого машиностроения в плане поставки техники. Что называется, импортозамещение в действии. Именно об этом мы хотели рассказать журналистам, чтобы Россия и мир узнали о том, что в Якутии добывают уголь, какие у вас большие объемы, какие перспективы и какая хорошая техника Уралмашзавода здесь работает. Акционерное общество холдинговой компании «Якутуголь» является одним из крупнейших угледобывающих предприятий Дальнего Востока и безусловным лидером отрасли в республике Саха-Якутия. Работа по добыче угля здесь ведется круглосуточно, что позволяет выполнять запланированные объемы, а новая и надежная техника, безусловно, является хорошим подспорьем для непрерывного рабочего процесса. Виктория Харитонова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.